Приветствуем вас, зрители НВТВ. Сейчас мы находимся в здании Донской государственной публичной библиотеки, где проходит «Библия-ночь». Такое торжественное, долгожданное и, конечно же, традиционное уже мероприятие. Попали в этом году сюда только те, у кого есть пригласительные. Пандемия наложила свои ограничения. Для тех, кто не смог побывать на «Библия-ночь», наш репортаж. Донская публичная библиотека в 10-й раз, это юбилейное событие, юбилейная «Библионочь» в 10-й раз приглашает своих гостей и читателей библиотеки на важнейшее, интереснейшее, как нам кажется, культурное событие в году. Это «Библионочь», которая уже стала традиционной. И уже традиционно в эту ночь библиотека знакомит своих гостей с разнообразными, с калейдоскопом событий, в которых иллюстрируется вся наша ежедневная жизнь. То есть то полезное, увлекательное, профессиональное, что библиотека предлагает своим пользователям каждый день. В этом году «Библионочи» потрясающий, как нам кажется, девиз. Книги – путь к звездам. Поэтому мы приглашаем совершить это увлекательное путешествие и надеемся, что оно не ограничится этой ночью, а те, кто впервые увидит современную библиотеку и то, что она предлагает, будут дружить и с библиотеками, и с книгой всю свою жизнь. Старт космо-квеста «Межпланетный круизер». Участники квеста должны пройти 12 станций, разгадать эти станции, собрать ключевые слова, подсказки и выполнить итоговое задание, которое будет выражено в виде теста. Все вопросы, ключевые слова, подсказки, ребусы, они связаны с темой «Библионочи». Наука, космос, полет Гагарина в космос и книги, конечно же, все связано с книгами, с литературой.